Всем привет, меня зовут Гущин Кирилл, разработчик спиннингов Nordstream. И, как и обещал, как только появилась малейшая возможность попасть со спиннингами новой серии Ариатор 2 на воду, я, собственно говоря, здесь. Парус юг, половину водоема подо льдом, половину водоема открыта, клёва практически нет, вода мутная, но как бы выбирать не приходится. Собственно говоря, я планировал сделать обзор, где буду показывать и рассказывать как бы практически про каждую модель. Но есть одна проблема. Проблема в том, что, собственно говоря, именно показывать что-то у нас, в принципе, не получится. Не получится, потому что, например, показать падение приманки на дно, как на джиг, да, здесь это не имеет смысла. Показать дальность заброса, скорее всего, даже камера не сможет зафиксировать там дистанцию, на которую улетает наша приманка. Поэтому сделаем так. Я потихонечку буду ловить разными реаторами. И просто буду как бы немножко рассказывать, что, к чему и как по конкретной модели. Информации будет на самом деле, наверное, не сильно много. Давайте понимать так, что основное мною было уже сказано в первой части, где я конкретно говорил, что для чего и предназначено. Если коротко, как бы серия Ариатор — это бюджетная серия, но бюджетная серия для тех, кто уже вкусил, скажем так, прелесть ловли форели, потому что это чисто арийная серия, и который хочет получать удовольствие от рыбалки, который хочет получить удовольствие от снасти, который даст ему возможность почувствовать работу приманки, даст ему возможность правильно ее провести и как бы поймать рыбу. Поэтому все ариаторы достаточно мягкие. Строй у всех ариаторов от среднего до между медленного и среднего, то есть классический форелевый строй. Мощности вполне хватает, чтобы ловить рыбу там до 2-3 килограмм. Вполне достаточно. То есть рыбу можно не просто ловить, ее можно развернуть. Но при этом, как я уже сказал, спинник не жесткий, поэтому чувствительность при работе с минимальными весами, с неупористыми приманками здесь максимальная. Это вот как бы достигнуто за счет этого вот строя, соотношения строя и жесткости его. Бомодельно, опять коротко, потому что уже разбирал. Две модели XUL, там разница в 1 грамм в тесте, не принципиально на самом деле, как бы принципиальная длина. То есть либо это уже там шестерка, либо это там 6,6. UL классический, самый средний, самый универсальный, который можно ловить практически как бы все время. Это тесты грамм до 5-6. Вот, и позволяют, как я уже сказал, работать всеми практически приманками. Ну и тесты до 7 грамм, это уже, скажем так, в моем понимании осенний вариант, когда мы используем более крупные приманки, более объемную резину. Это сделано специально вот для таких условий. При этом низа позволяют работать там колебалками в 2 грамма совершенно спокойно, даже меньше на самом деле. Еще один момент, на который хотел обратить внимание. У ариатора в основу как бы всей идеи идет его чувствительность и оптимальная работа с изящными приманками. Вот это очень важно, потому что есть слендер, который чуть дешевле, вот, более грубая палка, которая в принципе сделана для начинающих. Вот здесь ариатор сделан уже именно для тех, кто знает, понимает и хочет. Ну, собственно говоря, дальше уже давайте покидаем, половим, может быть, что-то поймаем, хотя поймаем будет тяжело, я в этом уверен 100%. Вот у меня в руках самый младший ариатор, 0.3.3. Логичный резонный вопрос, зачем эта палка в принципе нужна? Ну вот нужна она вот для таких приманок. То есть очень легкая голова, 0.23 грамма, маленькая резиночка. И что мы с ней делаем? Мы делаем определенную проводку, которая как бы достаточно эффективна. Вот на более жестких палках такую проводку в принципе не сделать. Давайте покажу, далеко кидать не буду. То есть вот заброс. И что мы делаем? Мы вот так вот амплитудно раскачиваем блок. Скажем так, сила раскачки зависит от объема приманки, от ее упористости и от настроения рыбы. Вот сейчас настроение рыбы не очень, поэтому минимальная амплитуда. И она чуть-чуть подергивается в толще воды. При этом это не солид. Солидных серий куриатор было вообще нет, это тубуляр. Ну и вот, соответственно, что она делает при такой раскачке, как я показал. Специально провел поверху, чтобы было видно. Понятно, что поверх вот так мы идем только по лету, сейчас надо поглубже. Вот. Но самое главное понять принцип вот этой вот раскачки амплитудной. Вот это позволяет именно экстра ультралайты, которые достаточно амплитудные.
более жесткой палкой такую проводку именно не сделать. По забросу, собственно говоря, так как это экстра ультралайт, спиннинг не жесткий, вкладываться в заброс абсолютно не надо, достаточно просто махнуть. Ну вот сейчас у меня полетело миллиметров, наверное, 15, может чуть больше, и это плетенка 0.4, то есть достаточно толстая для экстра ультралайта. Просто как бы мы делаем обзор, и ставить на свою тонкую плетню я не стал. Самое главное, не вкладывайтесь, просто махните амплитудно, и приманка нормально полетит. То есть здесь не нужны никакие усиленные силовые забросы или еще чего-то. Дальность будет такой же. В этом вся основная идея, как бы вообще всех ариаторов, то что они кидают сами, кидают достаточно хорошо. Ну и собственно, раз уж пошел разговор, это я показал не самый низ, но это я показал оптимально, для чего спиннинг предназначен. А теперь давайте покажу вверх. Блесна Морган 3 грамма. Вот как этот спиннинг работает, скажем так, на забросе и на проводке. Но кидает он вполне нормально, адекватно, как бы. Вот проводка. Проводка это важнее, да? Смотрим на вершину. Невзирая на то, что это уже самый-самый верх, Морган колебалка достаточно упористая, как бы проводку я делаю совершенно спокойно, то есть вершина не перегружена. Но опять же, это за счет строя. Строй у него что-то между медленным и средним, поэтому никаких проблем. Блесну контролируем, игру естественно видим. И все хорошо. Вот ариатор 662 XVL с тестом 0.4.4. Честно говоря, это мой самый любимый ариатор. Почему? Потому что как бы, если ловишь для удовольствия, а не на количество рыбы, и если это не осень с крупными там приманками совсем, то он справляется практически во всем диапазоне необходимых нам форелевых приманок великолепно совсем. То есть резина не проблема абсолютно. Железо любое, включая там вертушки, тоже не проблема. Ну и соответственно воглеры там до чавика примерно тоже работают очень-очень даже неплохо. Особенность палки в том, что она великолепно вяжет. Все ариаторы вяжут, но вот здесь прямо это что-то с чем-то. При этом достаточно мощности для того, чтобы даже достаточно крупную форель развернуть, не дать уйти там еще что-то в этом плане. Ну и заброс. Заброс, как и у всех ариаторов, легчайший. То есть махнули, так, оно полетело. Ну, собственно говоря, логичный вопрос у многих. Зачем в форелевой серии спиннинги с тестами там до 7 до 8 грамм? Если рассматривать чисто классическую ловлю, вот там с колебалочками там до 3-3,5 грамм, с небольшими вертушками, с резиной некрупной, то они в принципе не нужны. Но вот, например, каким тестом мы будем проводить вот такую приманку? Это мышь, СТЛ-мышь, достаточно уловистая вещь для форели там весом грамм 700. Собственно говоря, если мы посмотрим внимательно, приманка очень объемная. Приманку надо правильно сдвинуть с места, ее надо минимировать. И более легкими моделями это сделать будет достаточно проблематично. Ну и не забываем второй момент, как бы платники разные, форель разная. Соответственно, иногда есть необходимость провести достаточно тяжелую крупную колебалку над дном. Там, где глубина, там, условно говоря, там 3 метра. Вес такой колебалки должен быть хотя бы 5-6, а то и 7 грамм. При том, что она должна быть не очень большая. Вот, вот именно для этих условий вот спиннинги с таким тестом были, собственно говоря, сделаны. Вот сейчас я покажу. Даже вот до 7 грамм, это 622-й ариатор, ULL, это уже не чистый ультралайт даже, это уже так, что-то между. Положили на границу льда и воды. Сейчас притапливаем. И пошла проводка. Если посмотреть на вершинку, то она уже загружается достаточно прилично. Вот именно для этого, именно для таких объемных, крупных форелевых приманок, вот эти модели, то есть ULL, и были сделаны. Это касается и Слендера, и, соответственно, ряда. Сразу хочу сказать, сейчас здесь условий нет таких, но вот более длинный ариатор до 7 грамм, ULL, вот если более коротким, очень удобный, хорошо анимировать резину, то более длинный, в первую очередь, рассчитан на максимально дальний заброс
достаточно крупных хлебалок. Это если кто-то ловит на больших платниках, там, где он действительно нужен, метров 40-50, а то и больше, им вполне можно выйти. Ариатор 612 UL. Наиболее универсальная модель, подходит практически подо всего. Если, скажем так, экстра-ультралайты в первую очередь это резина, потом, собственно говоря, там хлебалки некрупные, то модели UL это практически все. Не самого маленького размера, не сильно большого упористого, но примерно закрывают 80% всех форелевых приманок. Вот у меня сейчас резинка Deadhead, вес головы 0,62 грамма, плюс там сама резинка что-то весит. Смотрим, как еще работает. Вот вошел процесс. Все нормально. А самое интересное, что эту модель можно использовать, как я уже говорил, не только там под резиновый колебло, но еще и очень неплохо она заходит под луверы. Небольшие экранки, которые иногда прям выручают. Сейчас покажу. Ну вот у меня в руках это новейший шакаловский такой непонятно какой крэнк, называется Мидгол. Штука на самом деле прикольная и очень хорошо зайдет по лету, потому что широкая размашистая игра и очень маленькая глубина погружения. Соответственно, летом, когда форель наверху, ну не только летом, в начале осени тоже так часто бывает, когда она выходит наверх отлив, вот это будет приманка очень эффективна. Вот как у нас срабатывает спиннинг эту приманку. Заброс. Сейчас поймать на нее шансов немного. Вот. Но как будет. Все нормально. Заброс есть. Контроль проводки есть. Что в принципе как бы очень важно для форелевых моделей в том числе. Потому что если ты видишь даже по вершине и тем более в руку контроль проводки, как у тебя работает приманка, ты уже можешь четко подобрать минимальную скорость. Можешь четко увидеть, если какой-то сбой. Если вдруг ты не почувствуешь вдруг, хотя на реаторах этого не будет. Ну, собственно, все, что я сейчас говорил про 612 UL, можно смело переносить на 672 UL. С тем же тестом, в принципе, задачи у него схожие, только единственное, что он чуть-чуть в целом помягче и чуть-чуть дальше кидает. То есть палка сделана специально для дальнего заброса. Ну и плюс ко всему, кому-то нравятся более короткие модели, кому-то более длинные, то есть тут уже больше зависит даже не от условий применения, а чисто от привычек рыболова. Ну, собственно говоря, к сожалению, на это, наверное, все. Я не могу через камеру передать чувствительность там, да, удобство работы с приманкой. Многие другие вещи просто не передаются. Поэтому либо вы верите на слово, либо как бы берете, проверяете. Ну, а если не понравится, прям смело пишите: Гущин, ты наврал. Ну, я думаю, что этого не будет. Все, всего доброго, всем пока.